мне прилетел челлендж на Пуджа. Мне нужно сейчас купить себе фастовый даггер и просто по КД уничтожать пятерку вражескую. Погоди, а чем это тебе Пудж Мит не нравится? Это он мне сейчас поясняет за Пуджа, типа Пудж не герой, Пудж не мидер. Опять? Снова? Я только начал. А уже... Обкехали на. Асё. Попробуй забрать стаки Тинкера, думаешь? Я что-то не уверен, что он будет все стаки сейчас делать. На первых порах. Ого. Блин, кстати, Тане реально нужно сегодня шоколадку купить. Вусал, ты очень вовремя косарь задонатил. Я серьезно говорю. Живите и кайфуйте, парни. Купишь девушке шоколад. Блин, спасибо огромное за косарь. Чтоб ты понимал, у меня, ну, девушка завтра пойдет кровь сдавать. И ей нужно купить шоколадку, чтобы она там в обморок не упала от того, что кровь сдает. Ну, после этого. Потому что у нее анемия. И всякое может быть. Я сейчас серьезно пойду после стрима куплю ей шоколадку. 2 часа ночи? Так у меня проспект рядом. 24 часа работает. Мы там частые гости, короче. Я частенько после стрима хожу что-нибудь покупать. Меня уж охранники, думаю, запомнили. Типа, я один дебил, прихожу там в 3-4 часа утра. Закупаюсь. Шестой в зал. Там и время идти и вард ставить. Даже можно пачку крипов потерять. Но главное вард поставить, чтобы я точно знал, есть у него стаки или нет. Грамотный тинкер обычно стаки всегда делает. А этот не сделал. Ха. Серьезно. Ебать! Ну нихуя ты! А, блин, таймик неправильный. Болтом, 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 болтом! Все, я купил даггер. На 7 минуте сойдет. Так, а где винга? Я хочу вингу сгрызть. А, винга в помойке, блин. Оп ты. Что происходит? Ты мечту в своем городе будешь брать или оформишь переезд? Купи нутелку ей. И Таня, привет. Три. А, вообще его в Пензе хотел брать. Ну, думал, по крайней мере, в Пензе. Но пока, знаешь, это все очень сложно. Сейчас такой момент, что из-за ипотеки жилье очень дорогое стало. Ой, из-за ипотеки. Из-за низких ставок по ипотеке, короче, жилье сейчас очень дорогое стало. И я, если буду покупать, то через несколько лет, когда они уберут эту ипотечную ставку на 65%. А, игра, спасибо. Ух ты ж нахуй! Ты же машину хотел, а теперь квартиру хочешь? Я машину никогда не хотел, я всегда хотел собственное жилье. У меня не было вообще рвения к машинам. Ну, само детство, короче, у меня чутка отбили желание хотеть машину. У меня появился страх к машинам. Потому что когда маленький был, мы же в деревне жили. И там были очень такие, как это сказать... Это не горы, а как это сказать правильно? Обрывы, вот. И, короче, у меня батя постоянно ездил по этим обрывам, а я мелкий, впечатлительный, очень сильно боялся. И это отложилось у меня. А сегодня что, минималка 500 рублей, что ли? Мама. Ну и я почти выжил. Так, все. Пора объявлять охоту на вингу. Один раз я вингу убил. Надо раз 10 убить, чтобы у нее вообще жопа сгорела. Ага, вижу вингу. Тебе на хату дать?
На хату, чтобы дать, нужно вот ту сумму сверху собрать. Тебе на хату дать? Сожрана! Моя винга! Должна была быть. О, все, нарезалась, пора ее снова искать. Она сейчас в теории должна на ноге идти, вопрос только куда. Успел. Хорошо! Да не души, ё-моё. Где винга? О, нашел! Ама! Пимапна! Ну, раз четыре я уже ее убил. Маловато, правда, будет. Надо еще. Ой-ой-ой. Я ее убил, и похуй, что сдох, главное, что убил. Блин, винга, вылазь, сумрака. Вот так это делается. А теперь надо не умереть как-то. Блять. Смерть близко. Ладно. Ну ладно, она на 30 секунд отлетела, я на 40. Заодно ТП-тка дэшится. Стоило того, и конечно стоило. У меня задача в этой катке максимальное количество раз убить вингу. Блин, когда винга выйдет из сумрака, я вингу хочу уничтожить. Винга! Ты где? О! Добрый вечер. Я диспетчер-то. А теперь по съебам. И я еще и живой остался. Сейчас. Да не трогай пятерку, она моя. Она моя, я сказал. Ай, ай-яй-яй. Все, дядя Пуш пришел, она уже сразу поняла, что к чему это клонит. Просто жду момента, когда она выскочит, короче, я ее сожру, а надо варту купить. Тогда я хотя бы точно увижу. Не, а, нормально. О, раньше байбеки пошли. Ой, ой. А что, страшно, да? Асюна. Будет сделано. А я тоже раньше байбекаться умею, но я не буду. Тут же как бы не я должен гореть, а винга. О, бля. О, винга. Моя винга. Не, ну тупо хейтер на Фудже. Я плюс-минус понимаю, когда она рестница и где она рестница. Она рестница здесь посередине. Я могу правильно тайминг высчитать, хукнуть ее и убить. Гениально. Двойной урон. Все, осталось только тайминг просчитать. Хотя можно и по-другому сделать, можно вард поставить. Вот сюда вот. Она выйдет такая вард ломать. Сейчас чекай, на вард забайчу. Она лестница выйдет вард ломать, а я ее сожру. Хитрый жук. А это я! Пацаны. Ну я пошел. Так, а что если... Кто вернулся? А тут-то я.
Хороший же не открывается. Я убийца Вингии. Моя задача убивать Вингу, и неважно, выживу я или нет. Ну, БКБ-ху куплю, короче, чтобы жить. Постоянно убиваешь Сапика. Пук-пук, мазефак. А ты чё пукаешь? То только Таня может пукать. Блин, меня сбила хуйня. О, я сделал свое дело. Грязное. Винга не должна умирать ни от кого, кроме меня. Это моя задача. Ломать ее полностью. Сейчас. На меня напали. Пилять ты не Винга. Ой, хуйня как. Ай. Ладно, хер с тобой. Ой, извините, простите. Там БКБ, друг. А тут-то я. О, Винга резнулась. Только я могу Вингу убивать. Ну, посчитаем, сколько раз я Вингу здесь угробил. Но здесь точно никто не должен был меня это перегнать по убийству Винги. Я пол игры тупо охотился за Вингой. 15 раз! Нихуя себе!